Вы смотрите новости на канале RTVI. Сегодня КНДР выдвинула ультиматум Южной Кореи, потребовав от соседей убрать с границы громкоговорители. Ранее, впервые за 11 лет, Сеул включил в приграничной зоне гигантские динамики, по которым северокорейцев информируют о положении дел в Южной Корее и в мире в целом. Северная Корея громкоговорители пыталась уничтожить ракетами, но Юг ответил огнем. Теперь Пхеньян угрожает Сеулу полномасштабной войной. Насколько реальны эти угрозы, выясним у моего коллеги Евгения Маслова, который следит за ситуацией, сейчас на связи со студией. Женя, добрый день, тебе слово. Да, Лиза, то, что нам точно известно на данный момент, это то, что инцидент спровоцировала Северная Корея, подвергнув артиллерийскому обстрелу территорию Южной Кореи вдоль границы. В ответ военной республики Корея произвели несколько десятков выстрелов в сторону севера. Ответные выстрелы в сторону юга не последовали. Никто ни с той, ни с другой стороны не пострадал. Тем не менее, южнокорейские власти распорядились эвакуировать гражданское население из населенных пунктов вдоль границы. Сеул после инцидента привел войска в повышенную степень боевой готовности. Об этом заявили в Министерстве обороны Южной Кореи. Наши военные зафиксировали первые залпы с северокорейской территории в 3:52 дня по местному времени. Вторая серия залпов была произведена в 4 часа 12 минут. Южнокорейские войска тут же были приведены в боевую готовность, и мы очень пристально наблюдаем за активностью северокорейских военных. И мы готовы ответить со всей жесткостью на любые агрессивные действия со стороны КНДР. А в Министерстве национальной обороны Южной Кореи сообщили также, что уже начали расследование этого инцидента, хотя в общем Север не скрывает, что произошло. Как уже сообщалось, в западной части демилитаризованной зоны Южная Корея разместила громкоговорители, с помощью которых Сеул ведет пропагандистскую кампанию против Пхеньяна. И целью артобстрела были именно эти громкоговорители.